Добрый вечер, Эрев Тов. С наступлением осени в Эрец Исраэль, то есть это в конце августа, в начале сентября, появляется цветок, который на иврите называется хацав, а по-русски называется дримия приморская. Этот цветок иногда можно увидеть его растущим кучно, то есть несколько цветков рядом. А иногда можно увидеть его в одиночестве. Он высокий. И давайте поймем сейчас, почему он называется именно хацав. В чем смысл этого названия? Корень в этом слове хет цади бет означает дробление горной породы. Давайте сравним с однокоренными словами. Хацива – это добыча горной породы, как бы ломание скалы. Слово махцева, однокоренное, это каменоломня, или в современном языке карьер. Так почему же этот цветок называется хацав? Какая связь? У этого цветка корень, а его корень это луковица, она находится на большой глубине. И корень очень мощный. Этот корень способен проникнуть в горную породу и, может быть, даже постепенно дробить эту горную породу. И отсюда и название этот цветок, который способен дробить горную породу. Цветок хацав – символ наступления осени. Я надеюсь, что это было интересно и познавательно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейтраут. До свидания.